Мишель. Я перестал мешать, и в роте лепил есть, а спотыкаюсь вчера, как сегодня. И черт с ним отвечает, не отвечает, то как не печально, но я перестал мечтать, эй, начальник, тебя качает, тогда не бойся. Встань, печать, пяти районов, готов он отряд моих ребят, то есть понятие, брат, проверенный паяк с ремень, что видит обман и время. Четко определяет грань, здесь нету храбрячи за страх, и завтра при ряде неудачного все может не стать тут правда. Весомее, чем азарт, дешевая блядь, и пригода домами мужик все делает сам. Здесь ценят там, кто не виляет хвостом на лету, то в четырех стенах создать незаменимую игру. Хотя незаменимых нет, че я тут пою, но ты звони мне, друг, если буду в мутке. Пока минутки бегут, мы набегаем скорость, не знал потом, мой дух подогревает напор. Еще я пану, все заебу. Как так, телефон, звонок с утра. Я же только отправился спать, подъехать 5 куда, а может 8. Ну че, уже попилосим. Ты че, сын, ты че, я отвечаю, ты как не печально, но я перестал мечтать, и вроде правда есть, но отвечаю. Сейчас как завтра, завтра сейчас. И черт с ним отвечает, не отвечает, но как не печально, но я перестал мечтать, эй, начальник, тебя качает, тогда не бойся, встань, печать. Ну, тогда не бойся, встань, печать, брат. Нет, ну, Ромин, красава, Ромин. Ромин мне по секрету рассказал за сценой, что вот эта вот вся мушка, мулька с текстами, что вот он будет запариваться и вы, ну, как бы читать якобы с листа, это как некий сарказм, то есть в сторону тех, кто вот выходил с такими вот бумажками и занимался тут, как сказать, анонизмом. Вот. Молодец, Роман, брат, молодец. Спасибо. Молодец. Судья. Здорово. Давай, Димон. Здорово. Димон, давай. Ну, я не знаю, вот это вот неподготовкой своей такой дисреспект вызван, мне кажется, республики. Ну, я не знаю, может это сарказм, ну на то похоже не было, как бы. Братан, я не понял, ничего практически. За конкретно ты не читал, что я не успел понять, о чем ты хочешь, что хотел донести. Я тебе MP3 скинул. Да, артистизм у тебя, конечно, на высоте. Тебя так и прет. Да, я просто показаться мне. Всем привет. Вообще, Димас, я просто... На каждом конкурсе такой человек должен быть. Придет просто атмосфера. Все парни реально такие разные. Но парни реально эксперт, короче, рэп растет, все круто. Просто со всех углов не бачит, каждый мужчина. Просто реально круто. Вот это маленький коннект, это мне нравится. Не, молодец, но видно было на самом деле, что ты пришел не за победой, ты пришел просто отдохнуть, да, потусоваться, рэпчик, ну, почитать. Молодец, да. Окей,